друзья, приехали в отель Аквависта. Смотрю, здесь есть Fun and Sun TUI концепция, поэтому пойдем посмотрим. Ну, сюда привозят, конечно, не только TUI туроператоры, но и другие. Друзья, вот в этом отеле, соответственно, есть интересная фишечка, что здесь есть концепция Fun and Sun, туевская, да. Но если вы сюда купите тур от Анекса, вы не будете участвовать в этой концепции. То есть у вас будет специальный браслет, если вы будете у TUI, и вы будете пользоваться детским клубом, развлекательной программой и всем остальным. А если купите у любого другого оператора, вам доступ закрыт. Поэтому данный отель лучше приобретать с туроператором TUI, чтобы у вас был максимальный набор услуг. Друзья, ну в общем переживать уже не стоит, я сейчас решил все для вас проверить, и получается, что его Анекс и не продает, поэтому можно купить только у TUI, цены вы видите, и все услуги будут. Итак, друзья, кстати, посмотрите, какой гигантский бассейн есть для спортивного плавания. Здесь также есть фитнес-клуб, вот в этом отеле. Что из минусов? Сейчас пообщался с семьей, с детьми. Говорят, что до пляжа, конечно, не очень комфортно ездить им на автобусе, не с большой коляской. Вот, и, к сожалению, пока, говорят, все детские клубы, они не работают, хотя они здесь заявлены. Ну, я думаю, это пока, но, как бы, начинаем сезон, там посмотрим. Знаете, что я все говорю как есть, поэтому обращаю на все эти тонкости и моменты особое внимание.